Александр Балдакин официально вступил в должность мэра после принятия присяги 19 апреля. В своем докладе он указал основные векторы развития и благоустройства города. Акцент был сделан на ремонте дорог и тротуаров, улучшении системы общественного транспорта, противооползневых работах на склоне Милановского в северной части города. О первых шагах в сторону улучшения инфраструктуры областной столицы новый градоначальник рассказал губернатору Алексею Русских. Ну, каждое утро, выходя из дома, объезжаю, стараюсь каждый район объехать, посмотреть. Сейчас у нас идет месячный благоустройство. Это каждый день надо делать? Да, каждое утро делать. Каждое утро надо объезжать и смотреть. Своими глазами надо видеть, что происходит. В процессе объезда делаем фотографии и приезжаю в администрацию. Каждое утро у меня там планерка по 8. И все фотографии, которые мы делаем, недочеты, которые видим при объезде, мы их же прям там же разбираем. С нашим предприятием конкретно ставим задачи, сроки исполнения. В ходе диалога Алексей Русских отметил, за последнюю неделю зеленые зоны города начали преображаться. Парки и скверы готовят к открытию летнего сезона. С аллей убирают мусор и сухие ветки, обновляют памятники и арт-объекты, высаживают растения и цветы. Так выполняется первостепенная задача – подготовить Ульяновск к майским праздникам. Благоустройство, благоустройство, еще раз благоустройство. Да, принято. Мы должны с вами сделать все для того, чтобы жителям жилось, ульяновцам жилось комфортно, чтобы они чувствовали себя, выходя из дома, шли с хорошим настроением на работу, отводили детей в садик с хорошим настроением сразу. Поэтому нам предстоит очень большая, серьезная работа. Мы готовы, Алексеевич. Вы готовы? Так точно. Ну все, давайте так будем действовать. Также глава региона поручил новому мэру обратить внимание на состояние дорог после зимы. Акцент сделать на качестве их ремонта, а не на высоких темпах, чтобы в дальнейшем горожане и гости города не страдали от неудовлетворительного покрытия городских артерий. Александра Никитина, УПРАВДА ТВ.